Здравствуйте, товарищи! У нас сегодня очень важное занятие, посвященное противоречию. Противоречию. Все, в общем-то, знают, те, кто изучает науку логики, и кто ее не изучает, что в диалектике, если не знают, то слышали, что в диалектике противоречие – это главная категория, и что все противоречиво. Все противоречиво. А что знают те, кто изучают науку логики? Они, во-первых, знают, что противоречие – это рефлексия. То есть рефлексия – это некое бесконечное движение. А почему оно бесконечное? Потому что мы находимся в нашем рассмотрении уже в сфере сущности. Сущность – это снятое бытие. Снятое бытие – это бытие с отрицанием. Это отрицание бытия там, с удержанием содержания, но отрицание бытия. То есть сущность дается нам как отрицание бытия. Мы не удовлетворяемся бытием, погружаемся в сущность. То есть отрицание бытия, и вот через это отрицание бытия достигаем его большего, более глубокого понимания. Это значит, что как только мы что-то там в сфере сущности различаем, то есть мы говорим, вот оно есть, мы достигли, мы поняли, мы разбираем. Раз оно есть, значит оно не соответствует категории сущности, и надо его взять с отрицанием. Тогда вот это вот отрицание того, что есть в сущности, будет, собственно говоря, и тем, что соответствует сущности. И не в том дело, что вообще, так сказать, в сущности не появится никакое бытие. Не в этом дело. Дело в том, что в начале, по крайней мере, в начале сущность выступает просто как отрицание бытия. А потом уже в таких категориях, как существование, потом явление, потом действительность, вот снова начинается такая поступь бытия, и снова он выдвигается, но уже бытие в сфере сущности, совсем другое бытие. Должно ли нас беспокоить с точки зрения того, как это понять, то, что вот тут речь идет о бесконечном движении? Ну, я думаю, вообще, когда вот это читают люди, и это им кажется диким, с другой стороны, а разве что-нибудь есть какое-нибудь движение конечное в жизни? В жизни как раз все бесконечное. Всякое движение, все бесконечно движется. Материя находится в каком движении? Что, сейчас остановится? Кто-нибудь представляет, что такое остановка материи? Это остановка троллейбуса, я понимаю. И то он, когда он остановится, он разве при этом не представляет собой такой элемент материи, в котором все движется? В нем движутся молекулы, атомы. В атомах движутся электроны. Пассажиры. Да, и даже если он там стоит, и вообще все вышли из него. Потом он вертится с Землей. И ток отключились. Да, вместе с Землей он вращается вокруг Солнца. Поэтому на самом деле, хоть мы в обыденной жизни, так сказать, даже зная об этом, зная, что есть это бесконечное движение, от него отвлекаемся, но мы не должны, когда мы говорим о серьезной науке, отвлекаться от этого бесконечного движения. Здесь оно представлено так, как оно есть в жизни. Если вы погрузились в сущность, то в сущности все противоречиво, все находится в движении. Правильно? В каком движении? Это не движение от Иванова к Петрову, от Петрова к Сидорову и так далее. Не от одного предмета к другому предмету. Это к сфере бытия относится, нечто иное. А здесь движение внутреннее. А что такое внутреннее движение? Движение в сущности, самой сущности. Движение в сущности и самой сущности называется как? Рефлексия. Ну, можно так сказать. Ну, это вы умно так сказали, по-научному. А можно сказать, вот, проще, как вот Гегель говорит в некоторых местах, это самодвижение. Просто. Ну, есть люди шибко умные. Тоже. Тут дело в том, что как-то Гегель иногда вдруг выныривает и говорит так очень просто и понятно. Самодвижение. Если речь идет о самодвижении, то понятно для нас это все интересно. Все находится в самодвижении. Вот если я толкнул что-то, и что-то поехало, это не самодвижение. Ну, а если речь идет о сущности, сущность-то находится в самодвижении. Вот человек, он все время развивается. Даже когда он изучает науку логики, он все равно развивается. И даже когда он ее не изучает, он все равно находится в движении, может быть, в деградации. Но движение это имеет место. Причем это не такое, что его кто-то толкнул. Он сам не пошел изучать, он сам не стал изучать, он сам движется куда?
Ну, движется к тому, к чему вот двигалось наше общество и приехало снова к капитализму. Потому что считалось, что у нас социализм построен, как дом. Хотя даже каждый дом он разрушается. Ну, можно еще надстраивать, еще потом перестраивать. В общем, короче говоря, этот дом начинал рушиться, потому что представление о вот таком явлении, как социализм, было не диалектическим. Оно противоречивое, ибо есть тенденции позитивные, есть тенденции негативные. И негативные тенденции, когда могут взять вверх? Ну, тогда, когда их не видят, потому что на самом деле силы социализма сильнее негативных тенденций. Но если силы социализма сильнее и закрыли все глаза, или один глаз видит позитив и не видит негатив, этот негатив разрушает этот строй. Поэтому, конечно, в этом смысле Советский Союз не развалился, не распался, а его разваливали, уничтожали вот те самые силы негативные, которые имели своих носителей, выразителей, проводников и вовне страны, и внутри. Вот это некоторое предисловие к тому, что мы должны относиться к противоречию, к противоречивому, и вот к тому, что это бесконечное движение, что это рефлексия. С полным пониманием того, что это именно естественно. Рефлексия – это более того, это определенная рефлексия. Когда мы получали определенность в сфере наличного бытия, что мы делали? Мы брали небытие в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. А здесь вы должны небытие применить к тому, что само представляет собой отрицание. А отрицание к отрицанию – это некоторое положительное, но уже как только вот отрицание становится как бы бытием, оно снова отрицается, потому что сущность есть отрицание бытия. И поэтому на этом никак нельзя остановиться, на этом движение не останавливается, оно продолжается. Как философски изобразить вот это внутреннее движение, самодвижение материи? Может быть, так Гегель не формулировал задачу, но он ее решил, он изобразил философски самодвижение. Только для Гегеля это было самодвижение того объективного мира, который создан абсолютной идеей. Абсолютную идею, как говорит Ленин, Боженьку мы убираем, эту абсолютную идею убираем и получаем материализм. В этом смысле вот этот шаг от гегелевского объективного идеализма к материализму был вполне закономерным и естественным. То есть он до такой степени развил объективный идеализм, что стало ясно, что он несостоятельный, не нужен. То есть, если мы возьмем предыдущие, предваряющие противоречия категории, они тоже собой представляют категории такие бесконечные движения, рефлективные. А именно, что такое тождество? Тождество в сущности, конечно. Это сущность. Но сущность какая? Рефлексия. Рефлексия, то есть такая, которая берет тождество. Под тождеством мы понимаем равенство отрицания с собой. Равенство. Не просто не равенство с собой, потому что если равенство вы берете с собой, книга – это книга. Она равна самому себе. Гегель говорит, что много мы не продвинемся. В глубину не уйдем, если мы будем. Ёлка – это ёлка. Телефон – это телефон. Шаусов – это Шаусов. А да, так получается, не книга – это не книга. Да. Не книга, не книга, не книга. Она равна самому себе. То есть отрицание равное самому себе. Но акцент делается на чем? Не на том, что не равно, а на том, что равно. И поэтому равенство получается неравного. Равенство отрицательного с собой. Равенство отрицательного с собой как называется? Равенство отрицательного с собой. Не равенство с собой. А? Отрицательное с собой. Равенство отрицательного с собой – это тождество. А, тоже. Вот это первая категория. Равенство отрицательного с собой – это тождество. Поэтому и дальше уже, вот там абзац, который на эту тему Гегель написал, очень короткий, а потом много-много-много всяких там добавлений, где, так сказать, с исторической, и историко-философской, и историко-научной точки зрения Гегель иллюстрирует, что никакого другого понимания тождества, как тождества различного, не может быть. Вот мы здесь тождественны, как люди. Так? Ну, как мы можем быть тождественны, как люди. Вот если я сам себе тождественен, ну, это вроде бы и понятно, хотя и тут тоже. Я вот себе тождественен, но я до этого, когда говорил, не вдохнул еще, а сейчас вдохнул.
тождественен ли после этого я сам самому себе. Потому что я все время разный. Я все время 7, не такой. 7 тысяч нервных клеток. Не может быть никак. А если речь идет о нас, вот как людях, мы люди, в этом смысле мы тождественны. Но мы разные люди, правда? Раз мы разные люди, то мы можем говорить о тождестве как о тождестве различного. И только как о тождестве различного. А если бы мы были одинаковые люди, то даже один человек сам себе-то не равен. Он все время находится в состоянии равенства с собой и неравенства с собой. Вообще, надо сказать, что в отличие от того понимания, которое дается в формальной логике, которое как некое приближение к тому, что есть в жизни, себя вполне оправдывает, как, например, в математике есть приближенная математика, никого не интересует, сколько там длинное количество знаков от числа π после запятой. 5 знаков, если вы знаете, этого вполне достаточно на все случаи жизни. И вот в таком случае, когда мы говорим о тождестве, уже в философском смысле, никакого другого, и в логическом смысле, никакого другого тождества, кроме как тождества различного, не бывает. Это надо запомнить на всю жизнь. И это запомнить довольно просто, потому что альтернативой этому пониманию является вот такого рода рассуждение, что жучка – это жучка, кошка – это кошка. Тавтология. Человек есть человек, тавтология. А если речь идет о разных людях, то ну, что значит мы тождественны, мы равны? Ну вот, скажем, в марксизме говорится о том, что мы, когда говорим о равенстве людей, то имеем равенство в виду только в одном отношении. Равенство как уничтожение классов, в смысле уничтожения классов. Никакого другого равенства. Не только, так сказать, марксисты не обещают, они вообще ничего не обещают, они говорят о цели борьбы. Но ни о каком другом равенстве они просто не говорят. Поэтому все эти нелепые представления о том, что, дескать, вот будут все равны, все будут ходить в одинаковых синих пиджаках или, так сказать, в одинаковых костюмах, вот, все это не имеет ничего общего с пониманием равенства в марксизме. Важно, чтобы не было деления людей на классы. А для того, чтобы его не было, надо вот развитие производительных сил, сокращение рабочего времени, и надо, чтобы свободного времени у людей было больше, чем рабочего, тогда они будут в социальном смысле равны. Но они никогда не будут одинаковыми. Дальше, вот когда мы говорим о тождестве, в самом тождестве скрывается это вот различие, не тождество. И следующая категория, которая рассматривается, это категория различия. Различие, может быть, чего? Это может ли категория различия быть без тождества? Ну, различие, для того, чтобы что-то различалось, надо говорить о том, что различается. Ведь это же отрицание. И если вы берете отрицание, значит, оно себе-то тождественно. Отрицание. Там мы брали бытие, как бытие отрицательного. А теперь мы берем отрицание, как отрицание тождественного. Только отрицание тождественного содержит в себе тождественное. Вот это мы все уже понимаем и знаем, правильно? Это момент различия. Если я вас оттолкнул, я к вам присоединился. Просто поэтому, что если оно отрицание. Еще ни о каком развитии тут речи не идет. Моменты различия, когда вы толкаетесь. А, моменты различия? Нет, прежде чем говорить о моментах, кстати, сам факт, что различие это различие тождественного. Тождественного. А что тождественное? А то, что это все отрицание, не тождественное. Различие тождественного. Значит, нельзя говорить не только о тождестве без различия, но и о различии без тождества. И вот это различие, оно, поскольку речь в сущности идет об отрицательном понимании, об отрицании бытия, оно, так сказать, здесь вот как бы более основательная категория, чем тождество. Поэтому различие включается, во-первых, само различие, во-вторых, включает в себя тождество. Во-вторых, поскольку оно включает в себя тождество, и вы берете то, что различается, с одной стороны тождество, с другой стороны не тождество, то тождество же, оно только есть через отрицание и не тождество, через отрицание различного. Значит, раз оно через отрицание различного, значит, тождество включает, вот этот момент тождества в различии, включает в себя различие. А различие – это различие тождественного, значит, момент различия в различии включает в себя тождество. И вот здесь употребляет Гегель
Такое понятие, что поэтому стороны становятся самостоятельными. Почему самостоятельными? Ну, потому что раз они в себя включают свою противоположность, им не надо куда-то идти искать ту противоположность, которая, как говорится, дает им обладание всем, и то, что мы различим, полноту. Для того, чтобы получить полноту, достаточно у него того, что у него есть. Он есть и то, что в нем есть различие, а другое есть различие, а в нем есть и тождественное. И каждая сторона представляет собой целый свой момент. Вот я на этом бы хотел остановиться и сказать, что это вот понимание, понимание сторон различия и, соответственно, сторон противоположности и потом противоречия, вот именно в таком виде, что это целый свой момент, вот очень является глубоким, правильным, и оно не похоже на то, как вот говорят, вот левая часть, вот правая часть, это вот отрицательное, это вот положительное, а тут они склеены. Каждая представляет собой целый и свой момент, и другой является целый и свой момент. А какой момент? Противоположный. Одно вот различие, а в различии есть тождество. А другое тождество, а в тождестве есть различие. А раз они, каждый включает, что каждый из них, каждый включает свой противоположный момент, они оба включают оба момента, и тождество, и различие. В этом смысле получается, что они уже, ну, так сказать, ничем не отличаются. Хотя и отличаются. Поэтому просто одно это одинаковое, а другое не одинаковое. Не тождество, не тождество. Одинаковое, не одинаковое. Потому что одинаково включаются, они одинаковые. А не одинаково включают себя одинаковые. Так? Ну, если мы с вами одинаковые, Константин Александрович, мы одинаковые? Совсем пока. Мы пока вы, не врубился. Как? Ну, вы в кружке участвуете, я в кружке участвую. Мы одинаковые люди. Мы люди, члены одного кружка. Одна голова, два уха у всех. Да, все это. Два глаза. Одинаковые. А где вы такое одинаковое можете? А вы что, вы знаете такое одинаковое, чтобы было все одинаковое? Да и у меня-то не все одинаковое, потому что когда только я начинаю, значит, сам с собой сравниваться, уже благодаря тому, что у меня идет процесс в моей жизни, я дышу и так сказать, развиваюсь, одновременно старею, это и нет одинаковости даже вот в самом движении, в самом развитии. Две маленькие воды. Никакого другого просто в жизни нету одинакового, как одинаковость и не одинакового. Нету другого. Если вы думаете... А две молекулы воды одинаковые? Нет. Нет, конечно. Ну, как вы думаете? Вы как молекулы. Справа, другая молекулы слева. Вы, во-первых, они не в одном и том же месте находятся, если это две молекулы. Все это уже достаточно. Во-вторых, они имеют свои атомы. Атомы у них разные. У двух молекул воды? Да. Конечно. У одного это атома вот этой молекулы, а вот те атом той молекулы. Он значит, это туда входит, эти сюда входит. А у каждого атома есть ядро и есть электроны, которые в него вращаются. Они что, они все в одинаковых точках, что ли, находятся? Так они никак не могут в одинаковых точках, даже с точки зрения определения координат этих двух электронов. А уж не говоря уже о том, что физики задумываются над тем, что похоже, что и невозможно определить координаты электронов. Поэтому как вы можете доказывать их одинаковость, если это даже и невозможно и физически, по крайней мере, сейчас определить? То есть нам нужно просто преодолеть свои представления неверные об одинаковости и неодинаковости. Одинаковых, и вот по этому поводу в примечаниях Гегель... приводит рассказ Лейбница о том, как он вот философию преподавал при дворе, и дело происходило в саду. И вот после того, как он объяснил, что нет ничего одинакового, дамы пошли проверять на листиках. Нет ли таких одинаковых листиков на деревьях? И сколько они там не нарвали этих листьев, так и не удалось им найти два абсолютно одинаковых листика. Потому что если вы берете листья дуба, то все листья дубы отличаются друг от друга. Все. И нет таких двух листьев, которые бы абсолютно совпадали. Нету. Потому что это разные листья. И разные просто и означают. Ну, разные они просто. Нельзя даже говорить, чем они отличаются. Разные. Мы разные люди. Вы это хотели сказать? Мы одинаковые, но мы разные люди. Разные. Разные. Хотя мы знаем, когда пара расходится, они говорят... Мы разные люди.
Не объясняют это дело. Вот. А раньше они думали, что они одинаковые, когда родились. Два мужика туда. Нет, два мужика тоже разные. Тоже разные. Будем уточнять, чем они разные. Почему? Будем одинаковыми, когда будем биологическими веществами. Не будем, не будем. Я надеюсь, что я буду медленно истлевать. А вы уж как хотите. Ну, надеяться, вам никто не мешает надеяться. Даже... Вот мы уже и сейчас отличаемся этим, видите? Вот, так что это тоже надо понять. И вот когда вы берете и разворачиваете это вот понимание различия, получается, вы, что это противоположность. Две стороны, каждая из которой содержит всю противоположность. Но одна берется как положительная, то есть как выражение бытия по форме, а другая как отрицательная, как выражение отрицания. И в итоге у вас, так сказать, вот получается положительное и отрицательное. Но имея в виду переход одного в другое, положительное и отрицательное нельзя разводить так, чтобы вот одно было бы вот здесь, а то было бы вот там. Потому что и каждая из сторон, вся эта противоположность есть целое, а в нем моменты. Вот я на этом хотел бы еще раз остановиться. Целое и свой момент. Вот что такое порядочный человек? Это человек, который в целом порядочный. Что вот этим хорошим словом хотят сказать, что он в целом порядочный? В целом-то он порядочный. А обязательно что-то непорядочное. А в чем-то? А что же он такой у вас порядочный, что да, он вот такое непорядочное дело сделал однажды? Чем тише работа, некоторые товарищи это тень. Не понимают. Они как-то вот все ищут таких людей чистых, без недостатков, без неправильных движений, без неверных каких-то утверждений и так далее. И если они таких собираются вот собрать потом в одну кучу, допустим, получить такую монолитную партию из таких людей, которые, да, это вот только на небесах. Там то же самое. Неизвестно. Возможно. Ну, там, понимаете, какая штука. Это вот если философия, она правильно отражает. А если речь идет об отражении религиозном, там же дело построено на вере, поэтому почему бы не поверить, что там все одинаковые. Это же все это проявление одного и того же Бога, но и то вот Бог проявляется в разном, понимаете? В разном, в ипостасях. Его даже так три видно. Значит, а следовательно, раз человек порядочный, значит, в целом, значит, у него есть отрицание. В нем есть отрицание. Вот оно, отрицательная сторона противоречия. Положительные, есть у него отрицательные какие-то моменты, да? Раз они отрицательные, то рассмотрим этот момент. Но они отрицательные же в положительном. Раз они отрицательные в положительном, то они эти отрицательные в себе уже положительные содержат. Они же проникнуты этим положительным. Уже это не так, что отрицательные качества отрицательного человека. Потому что отрицательные качества отрицательного человека – это что-то положительное. Да, так оно и получается. Живет, наверное, уже. То есть. Как будто не так есть. То есть, вот целое. То есть не так картину надо строить, что вот есть положительное, есть отрицательное, и то туда-сюда можно ходить. Нет. Есть что-то одно целое. Вот. И это целое может перевернуться. Этим целым может быть отрицательное и так далее. Это будет не положительный человек, не добропорядочный, а человек отрицательный, негодяй. А что, у негодяя нет ничего? Есть положительное тоже. Есть. Конечно. Причем самое вот, так сказать, интересное, что именно те негодяи, которые имеют какие-то яркие положительные качества, они больше всего зла приносят. Что больше всего? Зла приносят. А-а-а. Ну вот возьмем, скажем, Гитлера. Человек талантливый. Да. Талантливый, талант. Так. Картину нарисовал? Картину нарисовал? Нарисовал. А вы нарисовали? Нет. И я не нарисовал. И чего? А вот человек нарисовал. Так, книгу написал. Ну, я книгу, скажем, написал. Тут уже я могу соревноваться. А вы книгу написали? Нет. А Гитлер написал. Гитлер? Гитлер. Гитлер? Да. Гитлер, картину нарисовал, книгу написал. Людьми командовал. Так, теперь дальше. Организаторский талант есть? Да. Ну, если такое мощное организовали нашествие на Советский Союз и дошли почти до Москвы. Можете после этого отрицать, что у него нет организаторского таланта?
Невозможно это отрицать. Ну куда это направлен талант? На отрицание. На отрицание. А сущность какая у Гитлера? Античеловеческая. То есть с этой античеловеческой сущностью не смогли ужиться даже буржуазные демократии. То есть оно есть некая реакция по отношению к буржуазной демократии. Более реакционная его деятельность, чем деятельность буржуазных демократов, которые занимаются, стабильно занимаются присвоением чужого неоплаченного труда и покрыванием, и покрытием этого дела, чтобы никто, так сказать, не видел, что это что-то ненормальное. Никакого грабежа нет, покупает рабочую силу и использует ее для производства продуктов. И так живем. То есть нету никакого такого отрицательного, в котором бы не было положительного. И нет никакого такого положительного, в чем бы не было отрицательного. Поэтому что такое противоречие? Понять в этом смысле легко. Противоречие – это всегда либо какое-то положительное, в котором есть отрицательное, либо какое-то отрицательное, в котором есть и положительное. А раз в нем есть другой момент, то вот тот главный момент, который представляет собой целое, выступает двояко – целое и момент. То есть есть порядочный человек и порядочность этого человека. Порядочность человека, она входит в порядочного человека. Но кроме порядочности, в этого человека входит и непорядочность. А вот непорядочность, которая у порядочного человека, она целого не образует, она только момент. Чувствуете разницу? Вот порядочный человек устроен так – порядочный в целом, порядочность и непорядочность. А непорядочность целого не образует. А непорядочный человек – это непорядочный в целом. Непорядочность, как выражение этой непорядочности, главное. И порядочность, как существенный момент. Порядочность по отношению к кому еще? Это другой вопрос. Это другой вопрос. Как хотите. Если вы бандит, то по отношению к бандитам. А если вы коммунист, по отношению к коммунистам. Трудящимся, отношение к трудящимся. То есть вопрос порядочности, конечно, он требует такого, я согласен, что он требует уточнения, но это не меняет вот эту вот структуру противоречия. То есть противоречие имеет такой вид, такое устройство. Не так устроено, что они вот эти две стороны, у нас веревка, значит, вы одна сторона, я другая сторона, мы тут перетягиваем, я положительный, вы отрицательный, а веревка у нас единство. И мы без этой веревки не ходим никуда. Мы ее, она на нас прицеплена, завязана на поясе, и мы везде ходим, как мы с Тамарой санитары, везде вечно ходим парой. Не так обстоит дело, а все есть целый свой момент. Вот так можно описывать, например, непосредственно общественное производство при социализме. Непосредственно общественное производство какое? Товарное. Не товарное, правильно? А товарность есть? Есть. Как что? Она что, существует как отдельное товарное производство внутри непосредственно общественного производства в виде что, отдельных цехов капиталистических? Нет, она отрицание просто этого непосредственно общественного производства в самом этом самом производстве. То есть, если смысл непосредственно общественного производства производить непосредственно для общества, обеспечить приоритет общественных интересов, а тот, кто делает обратное, он трудится по принципу, лишь бы мне что-нибудь получить, а не важно, что я делаю, и не важно, куда это пойдет. И неважно как, но если требует от меня определенные там ГОСТы, от меня требования по качеству, я их выполню. Но у меня задача не больше произвести продуктов для людей и для их развития, а получить за это побольше. В этом смысле ничем этот вот подход не отличается от подхода мелкого буржуа. Если я произвожу товары на рынок своими средствами производства, я трудящийся, мне не то важно, что я делаю, а то важно, что я за это буду иметь. Правильно? Да. Сам поел, да деньги надо, поэтому пирожки продаю вам. Сначала я их делаю как себе, а потом, когда я уже их точно не ем, я уже разбогател, я ем пироги, а не пирожки, вот я уже пирожки начинаю изготавливать так, с учетом того, что это не моя потребительная стоимость, не для меня, это для вас потребительная стоимость, а для меня это только чистая стоимость. Я вам продаю эти пирожки, мне важно от вас получить, поэтому что я туда положу, это вас не касается. Ешьте то, что я вам туда насыпал. Так и делают. Так и делают. И это вполне, так сказать, вполне объяснимо. Вот так выражается. Или говорят, вот у нас социализм, какое общество? И надо сказать, запутываются тут люди. Классовое или бесклассовое? Какое социализм общество социализм? Класс. Классовое или бесклассовое? Нет. Социализм – это классовое общество или бесклассовое? Классовое? Да. Вот это то, что я вот говорил, у вас есть отрицательный момент. Бесклассовое. Начинаем разбирать. Константин Иванович, это социализм – это коммунизм?
Это коммунизм или да, нет? Да, коммунизм. Да, коммунизм бесклассовое общество. Коммунизм бесклассовое. А вы что говорили? Но коммунизм бесклассовое общество. А социализм – это коммунизм в первой фазе. Да. Скажите, пожалуйста, Константин Константинович, уважаемый, бесклассовое общество в первой фазе – это классовое общество или бесклассовое? Исчезновение классов. Есть классовое и бесклассовое. Это я из вас знаю. А вы мне скажите, бесклассовое общество, молодое бесклассовое общество – это классовое или бесклассовое? Молодое классовое общество? Молодое и бесклассовое, бесклассовое общество. Да, это классовое или бесклассовое? Бесклассовое. Бесклассовое, ну слава богу. Молодой человек – это человек или лягушка? Человек. Человек. А вы что говорили? Как же вы так додумались до того? Это еще хуже сказали, чем лягушка. Это прямая противоположность бесклассового общества. Вы сказали, что социализм – классовое общество. То есть социализм у вас сродни капитализму. Минуточку. Я еще вас недообвинял. Сродни капитализму. Капитализм классовый и социализм, сказали вы, классовый. А полный коммунизм только бесклассовое общество. Так вы наоборот, это вот фаза тогда этого капитализма, этот социализм. А изображали как фазу коммунизма. А зачем тогда при социализме диктатура пролетариата? А защита в том, чтобы такие, как Шабусов, такое не говорили. Правильно. Нет, надо а зачем при социализме диктатура пролетариата? Затем, чтобы она быстрее двигалась к полному классу, полному бесклассовому обществу. А вы не вам, а вам не вам, это исчезновение. Нет, раз. Некоторым и тут уже хорошо, им это ничего. А вот рабочим плохо еще, по ним это ударяет. То есть это бесклассовое общество. Это бесклассовое, да. В первой фазе. Не развитое, бесклассовое, не полное, с родимым пятном капитализма, с отпечатками классовости. В чем отпечатки классовости? Нет, на самом деле. Бесклассовое оно, потому что нет антагонистических классов. Раз. Нет противоположности классов. Или есть? Нет. Нету. Нету. Никакой класс не противостоит рабочему классу. Никакой. Потому что интеллигенция не противостоит рабочему классу, социалистическая. И крестьянство колхозное не противостоит рабочему классу. Как у вас вообще повернулся язык? Ну, надо. Константин Константинович, надо, чтобы доказали, окажем. Классовые различия это есть? Да у нас у всех различия. Мы же только что говорили, что различия есть всегда. Классовые, все. И классовые. Между нами не классовые различия. Нет, классовые различия есть, потому что если я представляю собой класс, а вы не класс, между нами классовые различия. Ну вот я представляю рабочий класс, я рабочий, вы не рабочий. А вы интеллигент. Вы буржуазный интеллигент, и я буржуазный интеллигент. Какое между нами различие? Я пролетарский интеллигент, а вы буржуазный, это классовое различие. Кто вам деньги-то платит? Мне платят... Рабочие что-то? Мне платят рабочие опосредствованной буржуазии. Понятно, тогда Абрамович еще более пролетарский капиталист. Нет, он как раз участвует в том, чтобы мне платить. Значит, Иван Михайлович, а различие класса от не класса? Классовый или нет? Ну, интеллигенция не класс? Социалистовый. Ну, да класс, рабочий класс – класс, а интеллигенция не класс. Класс отличается от не класса. Так классовый различие. Ну, это классовый. Теперь скажите, пожалуйста, теперь еще второй вопрос, тоже чисто формальный вопрос. Без класса общества, когда вообще нет классов, или один класс есть, а двух нет? Ну, если еще один класс есть, значит, оно без класса или нет? Класс? А какой это класс есть? Класс? Рабочий класс есть? Есть? При полном коммунизме? Нет, вот при социализме рабочий класс есть. Есть. Класс. Есть? Есть. Но он где есть? В каком обществе? Коммунистическом. В коммунистическом, без класса. Рабочий класс. Есть. Без социалистический. Это класс в бесклассовом обществе. Какой он? Да, для себя. Не вполне класс. Не вполне класс. Себя. Вот он отмирающий класс. А как у вас будет отмирание? Если вы считаете, что у вас классовый, так оно и будет дальше как классу развиваться. А если оно бесклассовое, то оно, вот тогда и вы приходите к той... Уничтожение классов. Вот так, что это уничтожение классов. Да, я слышал, что вы хотели все время это да. Протолкнуть, а я этому тормозил, а вы от нее и сами отошли. А теперь снова вернулись. Да. Так это уничтожение классов. Так вот уничтожение классов и говорит о классах, как уничтожаемых. То есть красы вот есть, я, красы есть, как вот этот телефон отбираемый у Шабусова. Вы нарушили. Есть он или нет? Есть. Есть, как отбираемый. Спокойно. Отбираемые, а теперь как возвращаемые, а сейчас опять как отбираемые и так далее. Так и если классы есть свое уничтожение. Да, как уничтожаемые. И никаких других, то есть через свое отрицание. Существует как отрицание. Вот это как раз то, о чем мы здесь говорим. Вот именно то есть как там момент. Если говорить, как момент, какой момент. Отрицательный, противоположный, противоположный сути коммунизма, сущности коммунизма. Наличие классов, оно с сущностью коммунизма увязывается или нет? Нет. Это противоположности. Так эта противоположность есть при социализме? Есть.
Почему? А потому что это и есть родные, родимые пятна капитализма. Вы выходите из классового общества, переходите в бесклассовое. Ну так если вы вышли уже из него, в переходный период классы антагонистически были уничтожены. И что, вы получили без родимых пятен бесклассового общества? Бесклассовое общество, в котором классы еще полностью не уничтожены. Я о них должен сказать не, как, не в смысле бытия, что они есть. А вот именно только как об отрицании, что класс еще не полностью не уничтожен. Я сказал о них? Сказал. Вы еще, Иван Михайлович, не все знаете. Я сказал, что много знаю, но я сказал, что не все. Что это такое? Это отрицательная форма. Не все. Нет, чтобы сказать, что вы много знаете. Нет, я могу сказать, что вы знаете, да вам еще не важно. Что вы много знаете. Это положительная форма такая. А чтобы принизить, сказать, вы не все знаете. И уже это же самое вроде бы. Уже вы пошли, что того не знаете, не все вы знаете. А в чем вы выступаете туда? И вы не все знаете. Собственно, я тоже не все знаю, но молчу об этом. Но мы пришли сюда для того, чтобы все узнать. Это я вам обещать не могу, что вы все будете знать. Но вы будете знать твердо, что все противоречиво. Да. Все противоречиво. Это в том числе и социализм противоречив. И он противоречит, вот его бесклассовая природа противоречит еще тому, что классы полностью не уничтожены. И он непосредственно общественное хозяйство, но ему противоречит товарность, которая в том еще как момент присутствует отрицательно. Это плановое хозяйство. Стихийность полностью не уничтожена. И могу вас опечалить, что и стихийность, и при полном коммунизме не будет полностью уничтожена. Потому что никогда планомерность не бывает абсолютной. Вот она уже, и при самом полном коммунизме, тоже будет присутствовать. Потому что нельзя все познать за какой-то конкретный промежуток времени. За большее можно познать большее, но вот мы приближаемся к абсолютной истине, но полностью никогда не познаем. У нас система социалистическая, управление, государственное, плановое, централизованное управление при социализме, но есть бюрократизм, карьеризм, ведомственность, местничество, и взяточничество может быть, и коррупция может быть. Даже если с ней борются. Если вы боретесь с коррупцией, значит, она у вас есть. А если вы не боретесь с коррупцией, она у вас не только есть, она у вас разъедает вообще все управление, разрушает. А уж, как может быть система управления, пока государство? Вы сказали, что государство остается диктатурой пролетариата. Раз диктатура пролетариата, надо создать отдельный аппарат, отдельных людей, чиновников будут, они сидеть на отдельных местах. В отдельном, особом положении, отличном от положения рабочих. И вот то самое, что вы хотели уничтожить, различие между людьми физического и умственного труда, оно тут воспроизводится. Я начальник, сами вы кто? Подчиненный, рабочий. Да это вы в хорошем случае. Там. Обычно говорят, я начальник, ты дурак. А ты начальник, я дурак. Ну, это воспроизводится, потому что у меня другие интересы. Вам песню строить, нам жить помогает. Я получаю уже такие условия, когда у меня нет никакой опасности, с которой сталкиваются рабочие, шахтеры. Нет ни такой опасности, с которой сталкиваются все рабочие, которые связаны с механизмами, машинами. Ничего на меня не упадет, ничего не оторвется и не придавит, и не удавит, и не убьет. Ну вот если я споткнусь, я трибуну ударюсь, с которой я... на который преподаю максимум. Но я что-то не видел таких случаев. Что-то такой травматизм не особенно, так сказать, развит в этом вузах. Не сильно. Вот. Таким образом, вот эта тема, до которой мы дошли с большим трудом, и до которой дошли теперь те, кто смотрит наши занятия, они смотрят и даже возмущаются, если мы задерживаем их изложение. Но это не так просто, это все вот записать и все выложить. Вот у нас таких людей, которые сидят только этим и занимаются, больше ничем не занимаются, нету. Поэтому надо тоже понимать, что это вот все это делается на общественных началах. А если бы это делалось не на общественных началах, это было бы старое разделение труда. Еще неизвестно, к чему бы это все привело. Вот.
Значит, что-то там мы можем сказать про противоречие, поскольку каждая из сторон противоречия представляет собой не только момент, но и целое, потому что вы начинаете, что раз в положительном есть отрицательное, значит оно целое. Тут есть и положительное, и отрицательное. Раз в отрицательном есть положительное, значит оно тоже целое. Раз целое, они разные, стороны разные, но каждая из сторон представляет собой все противоречие. А что одна сторона исключает другую? Как она исключает ее? Тем, что она включает тот момент, который она исключает в самого себя. И она в себе исключает этот момент. И другая сторона, она исключает ту, но она при этом самостоятельна, потому что она включает тот момент, который исключает самого себя. Она в самом себе исключает. Вот мы говорили о порядочном человеке. Порядочный человек – это не тот, который просто имеет какую-то непорядочность, а который с ней постоянно борется. Вот он порядочный. Не то, чтобы он уже ее поборол. Поборол – это трудно. Это неинтересно. Вот я, например, если я, скажем, заядлый курильщик, и вы меня спросите, как у меня отношение к курю, я борюсь изо всех сил. Да. Это тяжелая борьба, да. Не знаю, кто победит, но я борюсь. Каждый день. А вот одного человека, он поступает на работу, спрашивает, ваше отношение к пьянству. А он уже немножко этого хлебнул, диалектики. Он говорит, скажу, пью, не возьмут. Вы же понимаете, как можно. Человек пьет, пишет в анкете, пью. Все, не берут. Скажу, не пью, не возьмут. Не поверите. Обманщик, ну, конечно, естественно. Зачем брать ее? Лгунов. Сразу видно, что лгун, его брать. Вот, но он уже не хлебнул это дело. Может, посмотрел наш ящик и написал в анкете. Пью, но с отвращением. И взяли. Надо уметь. Да, вот ну, диалектика, она важна для обеспечения занятости, для борьбы с безработицей. Будете мучиться. И так далее. Вот, то есть, поскольку обе стороны... Обе стороны включают в себя свой противоположный после момент, этого, и этот вот взаимоисключение, оно привело к тому, к взаимовключению. В каждой стороне включена и другая сторона, и вот это как бы спадается все и опускается в основание. Противоречие разрешается, пишет Гегель. Разрешается. В каком смысле разрешается? Оно не исчезает же. Мы уже знаем, что ничего не исчезает. Оно не пропадает. А во что оно? Оно... Продолжается. Или по-немецки «Gehtzugrund» идет к основанию. К основанию. И вот хочу сразу обратить внимание на то, что вот этим, собственно, заканчивается изложение самой категории противоречия. Имея в виду, что она теперь присутствует, вот как только вы ее разобрали, она присутствует во всем. Она и раньше присутствовала. Разве в становлении она не присутствовала? Но мы ее никак не называли. Вот тут некоторые товарищи в Красном университете написали, что вот чистое бытие – это бессодержательная категория. Ну, не сказал бы. Да. Очень не сказал бы. Значит, это вот содержательное или несодержательное, есть я или меня уже нет. Не знаю, если вам это без содержания, то это для меня это существенно. Есть я или нет. Так это же еще не про вас. Чистое бытие. А про кого? Мне же присылают, это как бы черная метка. Нет, я не про это, что. Я же не про это, что ли, самое. Как можно не бессодержать? То есть ушел на всякого содержания. С другой стороны, прав человек, который так написал. Почему? Потому что он еще до этой категории не дошел, и о категории содержания рано говорить. А вот после того, как мы уже пришли к содержанию, а это впереди, мы еще не дошли, тогда можно говорить, что это содержательно. Ну, содержательно, если мы знаем, что это такое. Потому что содержание не определяется отдельно от формы. И это не должно у вас уже с вами, как диалектика. Написано, чистое бытие не несет в себе никакого содержания. Значит, ну и что? Так, тогда и не несет. А когда вы ее потом к ней возвращаетесь, после того, как вы дошли до содержания, тогда и несет. Уже и несет. Не несет. Если вы уже понимаете, откуда взялось вообще содержание, скажите, пожалуйста, из чего оно вышло? А вот оно. Тихо. Оно вышло из чистого бытия. Больше не из чистого бытия, с него же пошло все. И все, и вышло из содержания. Откуда развернулось? Иван Михайлович. Если у вас из семечка развернулось вот это дерево, или вот это растение, что вы там доказываете, что семечко бессодержательное? Там же неубедительно. Откажитесь, пока не поздно, от этой идеи. Мы же оттуда все идем. Боже, у нас так же нет. Да, это содержание. Но это как раз чистое бытие и есть.
А может, вы еще вот листаете, а может, и не читаете. Правильно? Это все чистое бытие. Есть оно, и все. Вот когда содержание берется как чистое бытие, это содержание берется в виде чистого бытия. И не более того. Вот. Теперь хочу, поскольку мы должны вперед смотреть, и сказать, люди, которые смотрят этот кружок, должны тоже думать о задании на будущее. Значит, какая категория за этим прослеживается после основания? Во-первых, есть такое понятие, широко употребимое, как основа. Основа социализма, основа того, основа сего, основы. И вот мы видим, что вот эта самая категория основы, ну, Гегелем третируется как самая довольно пустая. Почему? Потому что она, если мы говорим основа, это что-то безразличное. Вы на этом безразличном можете построить что угодно. Хотите, вот здесь можно сделать на этом столе банкет. Хотите, можно установить здесь аппаратуру и показывать фильмы. Хотите, можно разместить ваш телефон, и пусть он тут все время отсвечивает. Чтобы все знали, что у вас есть телефон. Конечно. И в том числе бандиты, которые там дежурят на выходе, чтобы знали, что? Они там просматривают и знают, что тут есть люди с телефонами, поэтому надо просто подождать, когда они будут выходить. То есть, что значит основа? Основа – это то, на чем может быть все, что угодно поставлено, построено и так далее. То есть, из него ничего не вытекает. Из этой, она безразлична к этому. Поэтому он эту категорию оставляет в стороне. Он ее не пропустил, обратил внимание. Это вот некий фундамент. Вы на этом фундаменте можете построить прекрасный дворец, а можете сделать отвратительное по архитектуре и по внутреннему устройству здания. Там кинете клетушки, в которых разместите там гастарбайтеров, будете деньги сшибать. Значит, что это будет? А парной категории для основания является какое? Какая категория? Чего парная все? Карная категория для основания, Иван Михайлович. Основанная. Основанная. Основание и основанное. Основанное. То, что на основании не стоит. Да, не стоит, а и то, лежит. Что не лежит и не стоит, а основание проявляется в основанном. А основанное, в основанном нет ничего такого, чтобы не было. Основание. Основание. Да? А основание проявляет себя в основанном. Вот их взаимоотношения. Потом выясняется, что как раз то, что нас не удивит, поскольку они оказываются тождественными, что мы про тождественное знаем, когда уже мы начинаем говорить об основании и основанном, они различны. Вот, они различны, несмотря на то, что нет ничего в основании, чего бы не было в основанном, и нет ничего в основанном, чего не было до этого в основании. Но, тем не менее, они различны. И надо различать основания и основаны. Ну, в этом смысле, вот я возвращаюсь к этому вечному вопросу, который задают люди глубокомысленно. А что вот раньше? Курица или яйцо? А яйцо что, разве не курица? Яйцо – это что, другой какой-то вид? Курица в первую очередь. Что раньше появилось имя яйцо? Так это курица. Неполная курица. Так это курица. Что значит неполная? Курица в полной фазе, в первой фазе. Неполная курица. Ну курица или не курица? Курица в первой фазе. Ну это курица. В первой фазе. В виде яйца. Потом полная. Хорошо, курица. Не нравится вам курица, берем яйцо, желудь берем. Желудь – это дуб или не дуб? Дуб. Будущий. Слава. Будущий. В первой фазе. Будущий? Да. А что, сейчас когда... ничего себе. Вообще-то он будущий дуб. Потому что когда прорастет, тогда уже будет дуб. А сейчас же, что он еще не дуб? Как не дуб? Дуб желудь. В первой фазе. Его ну, можно скушать, и не будет дуба. Такое, если я срублю ваш дуб, да, я его скушаю, это желудь. Ну и что, что вы скушаете? А если вы скушаете, вы, значит, вы скушали желудь, то есть дуб. Желудь. Дуб. Желудь. Дуб в виде желудя. Потому что дуб проявляет себя разнообразно. Дуб. Почему не дуб? Ну, зародыш дуб. Молодец, что зародыш человека, не человек, что ли? Ну, Иван, а что вы говорите? Человек – это мыслящий разум. Зародыш ваш чем мыслит? А почему вы считаете, что дуб – это зародыш? Это не дуб, а желудь. Желудь – это не только зародыш. Это дуб в виде вот желудя. Информация о дубе. Ну, информация. Вы из него кофе даже делают, а вы говорите информацию. Дубовый. Народный кофе был. Рожь, ячмень, овёс, дуб. Вот такой кофе сделаете, дуб. По информации о дубе не останется. Останется. Просто такой кофе сделаете. Привкус будет.
Можно, значит, это... Когда у нас пропал желудевый кофе? Как только в Бразилии был неурожай. А кофе вдруг под эту лавочку и у нас убрали этот желудевый кофе. И кофе народный. Так. Так что вот вопрос. То есть мы не должны понимать. Это какой вид это растение? Это дуб. Ну хорошо, а вот такой дубок, это дуб или не дуб? Дуб. Так дубок, почему дуб-то? Ну, молодой дуб. Дубок. Ну дуб. То не дубок. Ну. А потом, если дуб у вас умер, что он не дуб? Это уже дерево. А какое до этого дерево все гнилое. Все засох уже все, а вы бросьте, а вы бросьте его в море, это там, дрова там уже. Там мореный будет дуб. Мореный дуб, это дуб? Ну это мореный дуб. Ну, я спрашиваю, мореный дуб, дуб? Это мореный дуб. Умный Шабусов, Шабусов? Нет. Нет? Не знаю. Ну, по этой логике. По этой логике нет. Если умный Шабусов, есть дуб, просто Шабусов. Ну вот, вот получается, что как только мы берем что-то в развитии, вот начинается. Вместо того, чтобы видеть это развитие одного и того же. Сущность какая меняется? Сущность та же у дуба и у желудя, Иван Николаевич. Вот вопрос вам на зацепку. Сущность. Вот отрицание дуба и желудя. Нет, тоже сущность. Сущность какая? Одна у них сущность у дуба, и у взрослого дуба, и у желудя. Сущность. Кто? Вот сущность вы уж никак не скажете. Вот эта сущность и развивается. Она сущность так развивается, развивается, развивается. И вот это самодвижение сущности и приводит к тому, что желудь превращается в какое-нибудь большое дерево, а потом умирает. Все ботанические атласы. А когда он совсем умирает, то вот он уже лишается этой сущности, и тогда это уже древесина. Вот это другое. Мертвый дуб – это древесина. То есть вот категории следующие – это основание основано. И когда мы перейдем к этим категориям, то встанет вопрос, а вот как происходит, так сказать, основание получается? Основаны. Для этого... Что, в дубе нет ничего такого, чего не было бы в желуде? Да. А что там? Ничего там. Там ни листьев, ни других желудей. А, ни веток. Они есть, и листья в себе, и ветки в себе там есть. Они еще не развиты, они есть. Не информация развиты. О них. А? Можете, информация. Можете называть это неразвитой дуб, информация о дубе на здоровье. Только не надо ее понимать, информацию, как нечто относящееся к человеческому сознанию. Там сознания-то нет человеческого? Или мы там в дубе мы допускаем идеализм внутри дуба? Я без понятия вообще. Да вот чьи дубы о нас думают? Да, Иван Михайлович, раскопнуть-то интересно получилось. Вскрылось. Важно, чтобы вы не были дубом. Вот. Ну и дуб же ты, Василий Иванович. Да, я крепкий. Значит, дальнейшее движение какое-то. Потом встает о том, что сущность уже... Может тоже рассматриваться как вот то, что является основанием, и то, что является основой. Она как бы раздваивается. То есть моменты получаются такие. Вот целое – это вот сущность. Но сущность как основание и как основанное. Но это же единое все. И тогда эта сущность это проявляется как бытие? Ну, видимость-то есть? Есть. Есть. Значит, бытие мы можем найти? Да. И вот то бытие. Когда сущность проявляет себя как бытие, тогда, когда речь идет об основании основанном, как называется? Условие. Условие. Условие какой-нибудь сущности. Вот для какой-нибудь сути дела созданы все условия, то есть сущность во внешнем проявлении есть, она вступает в существование. Кармане носил, то есть, землю бросил. То есть вот условия. Но и условия мы не должны, это условия все-таки это во внешнем проявлении. Потому что, конечно, вот, скажем, сущностью занятий нельзя считать сущностью занятий наличие света. Во-первых, без света мы можем проводить занятия. Нельзя сущностью занятий считать наличие тепла. Ничего, мы и на улице можем проводить занятия. Так? Сущностью занятий нельзя считать что? Наличие воздуха. Да? Хотя мы не только занятия не можем проводить без воздуха, но и жить уже не сможем. В скафандрах. И все равно это не сущность занятий. В скафандрах, да. В следующий раз, товарищи, приходите в скафандрах. Противогаз. Да. И приносите с собой осветительные приборы и отопительные. Вот будем проводить занятия. То есть
Иногда это чаще всего путает условия чего-либо и само. А суть дела, суть занятий в развертывании категории науки и логики. Суть. Но для какой-нибудь, для этой сути дела надо и все условия. Помещение, освещение, наличие воздуха, наличие электричества. А потом, поскольку наше занятие проводится не только для тех, кто здесь присутствует, но и для других, кто их смотрит, значит, наличием, условием наших занятий является наличие аппаратуры, наличие, между прочим, товарищей, которые взяли на себя тяжкий труд это делать. Ну и наличие того, кто будет вести кружок. Или, допустим, как минимум наличие слушателей, потому что как только слушателей уберешь, это уже не будет кружок. Ну, почему слушать? Можно одного слушать. Да, поэтому наличие. А если нет ни одного, то это уже никак не кружок. То есть лектор, скажем, или ведущий занятия никак не может быть ведущим, она и больше нет аудитории. И аудитория без ведущего тоже уже не аудитория, это просто люди, взятые россыпью, пришли, а где нет, он не пришел. Ура, он не пришел, разошлись. То есть вот мы вступаем в дальнейшую интересную такую фазу. И я хочу сказать, что мы ранее, на ранних этапах движения нашего кружка, очень долго бились на некоторых начальных стадиях. А сейчас мы хоть медленно, но мы так поступательно продвигаемся дальше. Минус я вижу только в одном, что вот если раньше я задавал вопросы, и товарищи излагали бегло, довольно бегло, то тут получается у нас больше, что на мне лежит эта ответственность за то, чтобы продвигать это дело вперед. И я по мере возможности буду его выполнять, но я опять же таки призываю товарищей читать, обдумывать и пытаться самим вот эту цепочку рассуждений проводить, опираясь на тот метод, который мы, в общем-то, уже освоили. То есть мы знаем, что как выводится категория одна из другой. И последовательно содержание все время развертывается все богаче и богаче и богаче. Какие есть вопросы? Тогда мы должны поздравить от имени всех участников кружка, всех, кто занимается, и всех, кто смотрит, с наступающим новым диалектическим годом. Противоречивым, в смысле? Да. Осталось выяснить, придет этот мороз или нет. Что же такое праздник? Праздник? Это от слова праздность, когда вы ничего не делаете, это праздник. А вы думали, от чего? А поскольку раньше, поскольку люди работали там при крепостничестве, при рабовладении, обязательно на каких-то эксплуататоров и при капитализме, поэтому праздник воспринимается как сугубо положительный. А при социализме праздник не может восприниматься как сугубо положительный. Что праздность, вообще говоря, это не то, что должно нас восхищать. Человек должен заниматься делом. Делом развития всего, так сказать, общества и всего человечества. Причем это дело, может быть, его развивает, и для него будет у него праздник на душе. А как раз в празднике сам это... Рай занимаются, ремонтом занимаются. Вот, да. Ленин, но это праздник, тогда он не праздный праздник. Праздник с отрицанием. Ленин, со слезами на глазах. Ленин, как говорил, праздники – это праздники для того, чтобы подводить итоги нашей работы. Нет. Он не говорил, это вы вольно пересказываете и одновременно искажаете Ленина. И чтобы определить задачи на будущее. Нет, не для того, чтобы определить. И не того, чтобы подводить. На нерешенных задачах. А вот сосредоточиться на них, прямо и решать надо праздники, сидеть и решать. И Ленин так и делал, он во все праздники решал те задачи, которые самые нерешенные были, и продолжал решать. Ремонт. А вы начинаете так, главное, это вот сейчас соберутся и будут отмечать, как наши деды и отцы здорово воевали. Да? А мы чего? А что будут отмечать наши дети? Скажут, они все отдали и растеряли. Все отмечать-то будут. Они все равно будут отмечать, что наши дети. Праздник. То есть не итоги подводить и не задачи намечать на будет. Задачи и без праздников ясны. И итоги можно подводить каждый день. Вот сегодня день прошел, подведите итоги. А вот сосредоточиться на нерешенных задачах, потому что в праздник, когда у вас насущная необходимость такая, пойти туда это сделать, вас заставляют, а вы можете сделать то насущное и необходимое, которое как раз не решено. На нерешенных задачах сосредоточиться, то есть этим только и заниматься нерешенными задачами, а не тем, что вы будете там сидеть, праздновать и смотреть потом концерт. Вот Ленин, когда отмечали его 50-летие, сидел на этом отмечании или нет?
Не знаю, не верю. А я знаю. А я знаю. Он сделал доклад о том, как, почему некоторые партии пропадали от того, что они зазнавались. И как только он доклад сделал, зашел с трибуны и ушел. А вы продолжаете там праздновать 50-летие товарища Ленина. Ну, это бумага. Так вот было, да. Но не все вот так выдерживают такой ритм. Кажется, я говорю, празднование. А? Празднование. Ну что ж, все на этом, да? Так, спасибо, товарищи.